В поселке Комсомольский Черноземельского района прошел турнир по национальной борьбе, посвященный национальному празднику Цагансарм. Более 100 юных спортсменов из республики съехались побороться за Кубок Черноземелья. Схватки проходили в 11 весовых категориях. По словам министра физической культуры и спорта Калмыкии Константина Батырова, большое количество районов приняло участие в соревнованиях. Это говорит о том, что спорт в регионе развивается повсеместно. Именитые спортсмены, которые уже сегодня являются заслуженными мастерами спорта, они сопровождают и передают свой опыт молодежи, которые получили на протяжении этих 10 лет.